quelque chose. Блин, а с этого починили? Не понял, что? Что, открой, да? Открыл. Да, смотри, короче, вот мы доедем до 228, видишь? Ага. Борис. Сюда. Думаю, вы вдоль дороги спуститесь через Калимброды, вот эти, попробуйте перейти. Да, как скажешь. Или лучше западнее, чтобы вот это более зеленое. Цель поставили как раз на юг. Да. Поставили? А, но мы это не видим просто. Мы здесь. Ну надо тогда западнее чуть, вот западный мост, наверное. Там по зеленочке спуститься. Ну вот смотри, вот. Вот эти. Пам, пам, пам. Ну и либо так, да, либо так. Просто смотри. Я машинку хочу сюда поставить. Сюда. Угу. Там, я там посмотрел место, там из-за леса можно так выкатиться, я могу прикрыть вас. Ну как прикрыть? Что у нас хочешь? Так, с ракеты, смотри, справа, восток. Дай метку, Сов. Сейчас поставлю. Поставил вот эту точку. Да, мы можем ее объебать. Вторую, вторую, центральную. Я не вас не прикрою. Там очень густой лес. Там сами. А это еще как-то может. Ну ты можешь. Ты можешь восточной заниматься, ты же там увидишь все. А мы просто спустимся на юг и лес этот зачистим. Ну, давайте. Это наша, которая у нас стоит. Это 220 полетело, третья. Это третья полетела. За огромным ангаром. Там ангар, как в старом соборе. Да, прям четко мне поставили. В ангаре пехотинец. Да. Сейчас будет веером. Либо же не спалил. Да. Прям возле остановки в лесу, прям на краю. Пометил. Чисто они тут на берегу есть, ребята, осторожно. Там не нашли, короче, долго туда. Нас, походу, здесь спалило, кто-то на берегу, походу, вот это наблюдать. До моста. Оли, ты не забывай, что у меня ДВС, что, ну, сдвиг, чтобы если помог. Или давай пока собью. Ебать, Денис.
из миномета до свет. Так, а что это вас било? Мама. Ага, смотрите, там труп, можете подлутать его. Зарацию забрать попробую. Это по нам прилетал миномет или что это было? Они пытаются по миномету. Борзай, ты жив? Да-да. Это что такое было? Это я не понял, бля. Что, я тоже не понял. Как гранаты, как будто. А мне тоже показалось гранаты, бля. Я по другой кромке леса иду, если что. Убил? Да. Миномет. Не, он долго, где мы прошли. Ярче живой? Контрольный. Нормально, еще жив был. Да. И так чисто глазками полулица. Это медик. О, мой свой медик. У меня места нет, я фул. Я лес бегло смотрел, вроде чисто. Единственное, максимум могут лежать где-нибудь под елками неподвижно. Прохожу дальше. Удалил. Контакт. Убил. Убил калашника. Я убил снайпера, по-моему. Я калашника трог. Еще контакт. 210. Дал метки. Что-то катается там. Убили? Кто был там? Борзай? Ярче? Да. Надо сдвиг делать, по сути. Борзай жив? Да, жив. Глушитель чей? Я. Ага. Че, будем сдвиг делать? Да.
проверка. Шишига в городе каталась, короче. Весь сорган от меня там лежал прям и так крутился на месте. Убила? Перебегаю дорогу. Ага, вижу, я слева тебе. Цари с города сейчас будут стягиваться типы походу, потому что я этот тип с города. Понял. У тебя есть взрывчатка? Труба только. Тоже труба. Можем скинуться. Чисто на пивой. Вот где я перебегал? Это что, блядь, миномет, что ли? Слева, справа от того. Не, он в городе, в городе. На юго-западе. Сейчас он стягивается сюда. Они, короче, у них отделение в городе сидит, оно сюда стягивает. Надо взрывать эту херню. Ну это наш миномет, похоже. Вижу, вижу. Он дорогу сейчас перебежал на восток. Да, вижу его за желтым зданием. Сейчас он ближе, подойди, его. Накрывает меня. Да, я тебя вижу. Бля, вот тебе через дорогу, чел. Бац, слышишь? Ровно через дорогу от себя, параллельно. Слева, слева, смотри. Ага. Нет. Гараж с двумя дверьми. Он забежал внутрь. Да, забежал внутрь. Да, 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 да. Все, чек, он не. Он тебя... Нет. Вышел. Давай, наверное, к нам стягивайся, пойдем эту хрень уже уничтожим. Да, я чё, я пытаюсь эту дырку найти. У кого контакт? Софа? Нет. Борзая, значит, душит. Бегу.
Его ранили. На гранате противник. Софа, давай, подходи. Она по центру только стоит. У меня в заводе враг, у меня в заводе враг. Вот дом, где я. Наши метки моя синяя актуальная, там противник. Вот здесь тоже в здании враг. В большом. Кажется, он наступил на кого-то. Давай дымы, может, прокидаем. Вроде нормально раздымилось, если от левого сарайчика попробуешь. Бля, это я застрял. Нам надо уйти на юг и на запад. Потом выйдем на ДВ. Готовы уходить? Он попрокидывает грены. Перед нами два. Живая? Уходим. Они убежали на запад. Куда пошел? К ангару алюминиуму. А, я тебя вижу, вижу. Все, я тебя не увидел. Ты слился. В него пойдем? Давай, да, зайдем. Выйдешь на ДВ, доложишь. Решим идти на западную. О, а это ПТУР, да, был, по-моему? Давай, отдыхаем, докладывай по ДВшке. Пойдем. Враг тоже туда отступил. Последний раз вот тут они были у ангара и уходили дальше на запад. Видимо, они тоже бросили эту точку.
Здесь справа от ангара. Деревянный ангар. У тебя кровь. У меня КОшник передо мной. Блин, твой бы глушитель сюда, сов. Но я не буду рисковать, наверное. Убил, хера себе. КС у них. У тебя есть взрывчатка или что там у тебя, труба? У меня труба. Все, бежим. Сейчас я посмотрю, кто там стреляет. Пока ты сижу, тут скажешь, что да. Не, не видно. Уходить надо. Так, на какой из... На запад. Контакт. Ранен. Я у гаража. Он по мне стреляет. Поняла, где? У дороги. Перебегай к тебе. Где? Где? Белый ангар? Да, да, да. Блин, нет, нет же. Я весь раненый. Я убил в ангар. Там еще, значит, есть. Он внутри. Внутри мертвый еще есть. Смотри, мой ангар. Севера? Блин, этот вал не убивает их. Зря взяла. Откуда? Откуда бежит? Да он уже к тебе сейчас к ангару будет ходить. Блин, справа или слева? Был слева, я слева смотрю сейчас. Да, все. Все, мне помощь нужна, медицинская. Я тебе говорил, не бери его. Ну, я не думала, что настолько все плохо. Я попадаю, он лежит, лечится, и все равно. Я стреляю, полный магазин, он падает, и дальше лечится.
СРМ захватывали одну базу. А с ними связь осталась? Не знаю, я же с ТВшки ушла. Так выйди и узнай, что там происходит. То сейчас с Бэху выбьем какую-нибудь свою. Да, я в зеленке. Вот Бэха прям перед нами стоит. Куда забежал? Там еще Бех впереди, значит. Где, перед нами? А, вижу, да, кого-то вижу. Свой нет. Не знаю, ноги вижу. Пошли смотри. Я не могу ходить. Давай, ты глушёная. Это союзник. Его Бэха душит. Уходи быстрее отсюда, с края. Это союзник-невидимка. Я тебе потом покажу, ты офигеешь. Серьезно? Я такого не видел ни разу еще. Блин, я что-то так нанервничал. Убила?